Продолжение моих находок за неделю. Целая полочка была таких интересных мелочей. Например, огромный набор мужских носок. Здесь 30 пар разных оттенков. Носки высокие, оценили их 12 евро. Но если посчитать за пару, получается не очень дорого. Черная, оранжевая, вот такая вот и горчичная майки. Очень хорошего качества, 100% хлопок, в рубчик, достаточно плотные, абсолютно новые, 2 евро за штуку их оценили. К сожалению, размер был не мой, и я эти майки не купила, но их за мной кто-то купил. В отделе с текстилем нашла постельный комплект белья. Он однозначно винтажный. Оценили его в 12 евро. Абсолютно белый. На кровать 90 на 190. Вот по биркам видно, что он винтажный. И его тоже при мне женщина купила. Несколько было наборов интересных салфеток. Опять же, винтаж. 100% лен. Вот такая вот большая пачка, упаковка салфеток. Вы знаете, не написано было, сколько штук внутри, но по моим ощущениям, наверное, штук 10 оценены. Эти салфетки были в 10 евро. Это не вышивка, к сожалению, это принт, просто нарисовано. Видите цену? 10 евро. Следующий набор салфеток. Тоже винтажный. Кто-то разгрузил свою коллекцию винтажного текстиля. Здесь, по-моему, 6 или 4 или 6 салфеток. И цена 5 евро. Тоже 100% лен. И тоже винтаж. Судя по этикеткам. Что нашла интересного из того, что мы с вами любим? Сумка-клатч от Picard. Здесь длинная регулируемая ручка. Эта ручка снимается не на карабинах, поэтому если вам для образа нужен именно клатч, который нужно держать в руках, вы открываете сумочку и под клапаном петля, в которую вставлена ручка, вы просто ручку вынимаете, и это становится полноценный клатч, а не просто сумочка со снятым ремнем. Очень удобно. Хороший размер, и эту сумку я купила. Нашла шелковый платок, он тоже винтажный. Здесь есть автограф и подпись автора. Это ручная работа. Он достаточно большой. На нем нет бирок, но здесь абсолютно без сомнения, что это 100% шелк. И этот платок я купила. Мне очень нравятся шелковые бежевые платки под бежевые карамельные пальто. Шерстяные, кашемировые. Очень красиво дополняет образ. И дорого получается. Посмотрите, какую прелесть я нашла. Это металлический кейс для очков, и внутри очки от Fossil. Я никогда не держала в руках очки от Fossil. И вот такая парочка мне попалась. Очень красивое сочетание Tiffany с коричневым. Эти очки не на широкое лицо. Мне они совершенно не подошли, иначе я оставила бы их себе. Эти очки в этом кейсе, конечно же, я купила. И меня очень порадовала эта находка. Вот уж воистину магазин меня просто не перестает удивлять своими такими необычными вещами. Это часики женские. Я их купила для себя как аксессуар. И вот эти часы, это тоже достаточно интересная находка. Я вам напишу название бренда на экране, для того, чтобы не произнести его неправильно. Это очень дорогие часы. Титановый корпус и браслет. Стоимость вы увидите. Эти часы я не купила, но скорее всего, что за ними я вернусь. Я очень плохо разбираюсь в часах и никогда их не продавала, но стоит попробовать. Нашла футболку от Джеки Джонс. Очень симпатичная такая летняя пляжная прям футболка с пальмочками, с водой и с пляжем. Но мне показалось, что эта футболка — это не оригинальный Джеки Джонс, потому что эта футболка произведена в Турции. Ну, а Турция, знаете, как у нас славится подделками брендов, поэтому я ее повесила. Хотя сидела на мне эта футболочка неплохо. Ну, и, в общем-то, честно, не нужна мне футболка вот в таком стиле, так скажем. Хотя она была в состоянии абсолютно новая.
Мне очень хочется вам показать, какие оригинальные вещи все-таки можно встретить еще в этом магазине, кроме привычной нам одежды, обуви и аксессуаров. Посмотрите, вот такое приспособление для разделки и подачи ананаса. Ну вот просто прелесть. Вот этот гаджет для приготовления спаржи, например. Да, вот какие можно интересные приборы иметь у себя на кухне, если часто готовить подобные вещи. Очень мне нравятся настольные грили. Вот такой вот шикарный настольный гриль, по-моему, 10 евро его оценили. Вот это, мне кажется, нужная вещица для стола. У них есть масса таких вещей, которые для подогрева уже готовой еды вы ставите на стол, и еда сохраняет определенную температуру. Вот этот интересный прибор для чистки брекета, вставных челюстей, ювелирных изделий. Вот эта коробочка, это ингалятор. Все это достаточно недорого. Вот целая куча, пачка весов. И на этом я с вами прощаюсь.